На конкурсе были представлены очень разные работы. Это и понятно. Кто-то рисует лучше, а кто-то хуже. Одним помогали взрослые, а другие все сделали самостоятельно. Несмотря на название «Мой папа полицейский», ребята изображали и мам. А есть семьи, где служат оба родителя. Самый большой плакат – результат коллективного творчества. У нас еще две старших сестры есть, которые помогали рисовать ему рисунок. Ну, Всеволод Викторович отпечатки пальцев своих поставил, ладошки на крыльях у ангела. Принимал участие, да. Покажи, где ты? Ладошка, где ты ладошка делал? Да, вот твои ладошки. А где пальчиком рисовал? После интервью Всеволод Викторович решительно вытащил табельное оружие и застрелил нарисованных преступников. Все картинки, представленные в первом городском отделе полиции, отличает детская непосредственность и оригинальность. Вот это машина, вот это солнышко, вот это небо, вот это полицейский, вот это поисаки, вот это питупик. У меня на рисунке машина, мама, полицейский участок. Вот мой рисунок. Солнышко, облака, небо и полиция, мама и папа, и я даже. Все серьезно. Награждение вместе с членами общественного совета проводит руководитель кадровой службы управления полиции Дмитрий Щебуняев. Эти конкурсы проводится, по-моему, третий или четвертый год. За это время уже много ребят, детей наших сотрудников приняло участие в их конкурсах. Первый год мы даже пробовали экспериментно проводить конкурс с участием детей, проживающих на территории Одинцовского района. Не обязательно, чтобы родители работали в полиции, просто назвали конкурс «Полиция глазами детей». Соответственно, в этом году у нас тематически принимали участие в конкурсе дети, которые, родители которых работают в полиции. Посмотрели работы, подвели итоги. Вот сегодня хотелось бы отметить тех ребят, которые принимали наибольшее активное участие, которые, рисунки которых нам больше всего понравились. Ребята поздравляют своих родителей с приближающимся днем полиции не только рисунками, но и стихами. Полицейский защищает нашу честь и наш покой. И на службу заступает в час дневной и в час ночной. Желаю счастья, здоровья, благополучия. 10 ноября в России отмечают один из наиболее известных и важных профессиональных праздников – День сотрудника органов внутренних дел. И, быть может, именно на этом конкурсе детского рисунка и прозвучали самые главные для сотрудников полиции поздравления. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».